Две недели творчества. В Нарьян-Маре завершила свою работу летняя школа «Дети Севера-2018», участниками которой стали 30 одаренных детей Ненецкого округа. Торжественное закрытие летней школы прошло в форме отчетного концерта. Ученики и преподаватели исполнили ряд композиций, подготовленных в ходе обучения, а также презентовали набор мультипликационных персонажей и джазовых оленей. Социально значимый проект, разработанный детской школой искусств, получил финансовую поддержку участников Харьягинского СРП. Джаз на домрах, балалайках, гитарах, баянах и других музыкальных инструментах. Творческий эксперимент – смелая задумка преподавателей Нижегородской государственной консерватории Марии Неманова и Сергея Озерова. По совместительству на две недели учителей летней творческой школы «Дыши Нарьян-Мара» играют все – и дети, и педагоги. Участниками летней творческой школы стали 30 учеников детской школы искусств, лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Помимо музыкантов, свое мастерство повышают и художники. Юные дарования Нарьян-Мара создают композиции, олени и джаз в стиле анимации. Работа проходит под чутким руководством создателя героев мультфильмов «Барбоскины», «Карлик Нос», «Иван Царевич» и «Серый волк» Светланы Варфоломеевой. Сделали разных персонажей, которые... В общем-то, являются оленями, но они играют на разных музыкальных инструментах. Каждый персонаж получился очень яркий, очень выразительный, со своим характером. И мне кажется, очень все получилось здорово. Очень талантливые дети, не избалованные, такие внимательные. Вот не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что им здесь не так много есть на чем отвлечься, и поэтому они, мне кажется, с удовольствием ходят в школу, прекрасные педагоги, которые с ними занимаются, и все получилось вот лучше, чем я думала. Ученики пополняли багаж знаний и умений, совмещая активный отдых с углубленной профессиональной подготовкой. Летняя творческая школа – это художественные выставки, конкурсы, творческие мастерские, музыкальные гостиные, концерты и мастер-классы преподавателей высшей школы. Может быть, кому-то сейчас из ребят покажется, что, ну, вот неделю мы позанимались, а вроде я беру баян, да вроде я, ну, как бы, не особо-то ничего и не поменялось, вроде я так же играю. Да, это может показаться такое, но я вас уверяю, это впечатление очень обманчиво. Дело в том, что я больше чем уверен, что каждый из вас теперь будет немножко уже смотреть, задумываться и слушать музыку уже немножко по-другому, а это... Поверьте мне, стоит очень-очень дорого. Проведение летней творческой школы на базе ДШИ – это часть социальной программы компании «Зарубежнефть. Добыча Харьяга», ориентированной на поддержку образования и обеспечение доступности образовательных возможностей для детей. Летняя школа – это продолжение работы, которую мы начали 1 августа 2016 года как оператор Харьягинского СРП. Вот, это, опять же, проект, связанный с детьми, образованием. В дальнейшем мы планируем продолжать работу с сферой образования в Ненецком округе. Вот. Ну, скажу сразу, что для нас ДШИ – это надежный партнер. И, ну, честно говоря, нам очень удобно работать. Мы находим понимание, творческий подход. Поэтому для нас проекты с ДШИ, не скрывая, скажу, самые легкие, наверное, самые легкие и приятные. Завершилось обучение в летней творческой школе награждением участников специальными сертификатами, художественной выставкой и праздничным концертом под единым названием «Траектория таланта». Мария Владимирова, Александр Бобрикович, Вадим Стасюк, телеканал «Север».